В возрасте 85 лет Порфирий Иванов написал свод правил и советов для своих последователей. 2 раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь, в озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание заверши холодным. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним, выйди на природу. Встань босыми ногами на землю, а зимой на снег хотя бы на 1-2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно попроси у меня, себе и всем людям здоровья. Не употребляй алкоголя и не кури. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды. С 18-20 часов в пятницу до 12 часов в воскресенье. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки. В 12 часов дня в воскресенье выйди на природу босиком и несколько раз подыши и помысли, как написано выше. Это праздник твоего дела. После этого можешь кушать все, что тебе нравится. Люби окружающую тебя природу, не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому, это твое здоровье. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье, здоровайся со всеми. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу миру. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их, не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа. Мысль не отделяй от дела, прочитал хорошо, но самое главное – делай. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся в этом. Будь скромен.